Дорогие друзья, ну а в студии уже есть гости. Я рад представить Наталью Рыбчинскую, добровольца поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Я полагаю, что вам рано вставать не привыкать. Нам рано вставать не привыкать, действительно, потому что специфика нашей волонтерской работы предполагает, что нам иногда приходится рано вставать. Иногда не спать ночами. Ну, знаете, самый, наверное, главный и важный вопрос. Мы сегодня хотели бы обсудить какие-то предложения и поправки в Конституции по волонтерской деятельности. И самое, наверное, актуальное – это поддержка таких направлений. Насколько она важна в вашем случае от государства? Ну, от поддержки волонтерских движений вообще в любом случае хуже не будет. Потому что результаты поддержки, да, любую помощь, в конце концов, получают не волонтеры. Ее, в конце концов, получает благополучатель. То есть волонтеры не идут туда, где хорошо, волонтеры всегда идут туда, где плохо. И любая поддержка, она хороша. Касательно инициативы непосредственно внесения в поправок Конституции, ну, тут мы достаточно нейтрально относимся к этой инициативе, потому что волонтерство – это движение души, по большому счету, и вне зависимости от того, будет ли оно поддерживаться государством или не будет, оно будет развиваться. Если будет поддержка реализована так, что будет развиваться лучше, это будет здорово. Наталья Валерьевна, ну прежде чем мы продолжим тему поправок Конституции, два слова. Отряд «Лиза Альфа» – такое громкое слово. Для тех, кто случайно вдруг не знает, кто вы, чем вы занимаетесь, могли бы рассказать немножко о своей деятельности? «Лиза Алерт» в Крыму могут не знать об отряде «Лиза Алерт», потому что существуем мы не намного больше, чем год. «Лиза Алерт» – это добровольческий поисково-спасательный отряд. То есть это исключительно добровольческое объединение людей, которые не зарегистрированы нигде. И занимается поисково-спасательной деятельностью. То есть, когда вы слышите о том, что в поисках человека, к поиску человека присоединились волонтеры, то есть вышли в природную среду или вышли в город искать людей, то это, скорее всего, именно добровольцы отряда «Лиза Алерт». И все остальные люди, которые захотели к нам примкнуть. Ну, Наталья Валерьевна, отлично, что этот отряд и у нас тоже организован в Крыму в целом. Но, может быть, вы расскажете, что чего в Крыму не хватает для того, чтобы его развивать и для того, чтобы расширять границы? Нам всегда не хватает людей. Вот если говорить о инициативах, которые могло бы поддержать правительство, то мы всегда заинтересованы в привлечении добровольцев, потому что наша деятельность добровольческая. И, естественно, мы никогда никого не заставляем работать с нами. Когда-то человек может, когда-то человек не может. И чем больше людей, тем больше возможностей собрать людей на этот поиск. Было бы здорово, если бы был реализован такой проект, как социальная реклама, предположим, региональная. Это бы пошло на пользу. Нам можно помогать, в принципе. Тут очень важная ремарка, что «Лиза Алерт» никогда не принимает финансовую помощь. Это вот важный принципиальный вопрос. У нас, конечно, есть нужды, разумеется. То есть у нас есть нужды в определенном оборудовании, есть нужды в материалах каких-то, но финансовую помощь мы не принимаем. Тем не менее, нам можно помочь. Сейчас очень в Крыму реализовывается очень важная акция, которая проводится сетью заправок ЕКО, по которой можно помочь топливом. Вот топливо, это, пожалуй, ну, оно необходимо просто как воздух и как кровь. Потому что... Алла Валерьевна, простите, ребивёс. Скажите, а как вы пришли к этому? Какой ветер вас занёс? Люди приходят в волонтерство тогда, когда понимают, что в их жизни уже есть потребность помогать тем людям, которым хуже, чем тебе. Вот это мое личное мнение. И крымчане, кстати, могут действительно помочь бензином все-таки. Эта акция, она социальная, она не рекламная. То есть на самом деле у нас реализовано, любой человек, любой крымчанин может по телефону 7878 на короткий номер отправить слово «поиск» и отправить цифру, количество денег, которые хочет направить. И все эти, и бензин будет переправлен в «Лиза Алерт». Это будет неоценимая помощь. Вот так нам можно помогать. Хорошо, вы говорите о том, что не хватает людей. Но, тем не менее, любой желающий может присоединиться и стать частью вашего отряда. Может. А как это сделать? И, может быть, пройти какие-то курсы предварительно? Может быть, какой-то получить сертификат? Что необходимо? Обучение приходить имеет смысл. Но это зависит от того, в какой момент человек приходит в отряд. То есть... Сейчас, предположим, да, вот прямо на сегодняшний день, вот сейчас, вот пока я уходила, никакого поиска объявлено не было. Поэтому человек, который хочет к нам обратиться, может зайти в нашу группу ВКонтакте «Лиза Алерт Крым», заполнить анкету добровольца и присоединиться к нашему движению. Сейчас в какое-то относительно спокойное время он может пройти обучающий курс. Мы проводим для новичков онлайн-обучающие курсы, мы общаемся с ними, рассказываем о всех направлениях нашей деятельности, посвящаем им какие-то подробности. Ребята сдают экзамен,
отправляются на полевые учения. Это вот в ситуации спокойной. В ситуации, когда идет активный поиск, хотя бы если это, не дай бог, резонансный поиск, если это поиск ребенка, то каждый человек, который хочет помочь, может непосредственно принять участие уже непосредственно в самом поиске и на месте уже под руководством наших добровольцев, под руководством наших инструкторов осуществлять поиск. Алия Валерьевна, а вы крымчанка сами? Я крымчанка. Скажите, вот, может быть, вам известно, в Крыму, учитывая местность, учитывая горы, есть какая-то специфика именно поиска пропавших людей? Сезонность есть у нас, разумеется, как и в любом регионе. Вы знаете, тут у нас специфика скорее в плюс, а не в минус, потому что у нас нет таких густых лесов, как есть в других регионах. Когда начинается летний сезон, это начинается сезон грибников, и тогда наша группа, которая принимает заявки, в прошлом году была рекордная совершенно статистика, сейчас не буду называть. В 2019 году? В 2019 году, да. Крыму. То есть это было не в Крыму. В Крыму у нас таких густых лесов нет. Но у нас есть вода. И это тоже очень страшная, тяжелая вещь. Вот, в частности, в отряде «Лиза Алерт» я руковожу направлением, которое называется профилактика. То есть моя работа заключается, моя работа и работа инструкторов направления профилактика заключается в том, что мы идем в школы и ведем с детьми профилактические беседы о том, как себя вести, если потеряться. И вот особо большое внимание мы уделяем тому, чтобы дети ни в коем случае не соприкасались с водой. К тому же мы учим родителей. Вот это наша специфика. А можете рассказать вкратце структуру того, как вы работаете с теми, кто потерялся, ну и со своими вместе волонтерами? То есть наверняка есть первые задачи, вторые задачи, то, что вы делаете в третью, в четвертую, в последующую очередь. С теми, кто потерялся, мы работаем всегда одинаково, мы их ищем. А, нет, я имею в виду со своими вместе коллегами, как вы осуществляете? Поиск такая, достаточно, отряд существует достаточно долго. В этом году отряду будет десятилетие с того, как впервые было заявлено о том, что это объединение, или что люди объединились именно с этой задачей, искать людей. И за 10 лет уже накоплены большие практики, и это именно практические навыки, которые есть. И ежегодно, ну, конечно, добавляется это все со временем, появляются какие-то новые знания, они тоже входят в поиск. Для того, что необходимо, прежде всего, человеку, у которого потерялся родственник, потерялся близкий, обратиться в полицию. Без обращения в полицию, даже если это будет не подано заявление, а звонок на номер 112, мы работать не начнем. Сразу после обращения в полицию можно звонить на нашу горячую линию. Горячую линию можно найти в интернете, задав запрос «Лиза Алерт», в нашей группе, на сайтах, на всех. 8 800 754 52 – это наша горячая линия. Подать заявку. С этого момента у нас начинает работать группа информационная, которая собирает информацию. То есть она созванивается с заявителем, выясняет обстоятельства, какой это был человек, возраст человека, какие у него привычки. Ну, собственно говоря, идет информационная работа. Идет прозвон больниц и много-много других факторов, то есть выясняются такие вещи. И, может быть, и поиск на местности. Прощение, перебью вас, у нас осталось буквально 10 секунд. Маленький только вопрос. Да, нет. Скажите, а вот от обратного может быть такое, что если нашли человека, а он потеряшкой, допустим, и ребенок? Может быть, и бывает, и так и называется. Обратный поиск. Обратный поиск. Да. Мы благодарим вас за то, что вы посетили нашу студию. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Наталья Репчинская, доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».